дефилировать перед жюри. Ксения нам сообщает, что очень долго думала, кем же будет ее собачка. Может, водолазом, или была мысль, что она может стать снегурочкой, но решила, что Соня будет четвероногим помощником Санты. Для разнообразия, не только собачки. Сегодня у нас присутствуют в своих карнавальных костюмах в образе пирата. Предстал у нас хорек Вениамин. Хорьки очень веселые и хитрые животные. Воруют и прячут все, что плохо лежит. И из этого родился образ пирата, рассказала нам Елена. Предстала у нас Боня. У меня забот немало. Только утром солнце встало, а я уже в трудах. Собираю сок в цветах, две корзинки соберу, в доме улей унесу. И опять лечу на луг, так весь день. За зебом оленя, на котором сидит Дед Мороз и везет елку, сшит из флиса, рассказывает нам Алина. Что такое Новый год? Кто подарки нам приносит? Кто заводит хоровод? В гости к нам всегда приходит. Это Дедушка Мороз. Кто его жуса не тянет и нашу елочку везет? Может быть, оленчик это? Да и правда. Ольга, ее собачка по кличке Dragon Flash. Перед вами представлен костюм капитана Джека Воробья, легендарного пирата Семи морей, а также известного авантюриста Карибского моря. Джек Воробей использует остроумие и обман для достижения своих целей, предпочитая решать споры словами, а не силой. Белые пушистые создания появляются у нас на ринге. Алексей демонстрирует нам команды, что умеет его питомцы. Внимание, давно не уделяли. Арина очень любит его наряжать и играть с ним. Сегодня они решили показать рождественских ангелочков в своей роли. Белый пушистый ангорский котик, ему 1,5 года, демонстрирует костюм белого ангела.